пошли, ребята. А что? Ну, разом налегни. Идет. Разом дружнее, дружнее по-бурлански. Сыном, брат, помисься на рот, а навалимся. Навалимся. Одно слово. Москва. Пастата. А чем же это, мамонька?
треба пити напив з нас. Мовчий, Федор, то Василиса говорит, мой звон зачем, костенью звоник среди косами, причавшими вилами. Ну, коли папы Софилы, ну, то она Артуре конец. После почитаю, мужики, предложение 15-летней Наташе Ростовой. Я любил ее, она казалась мне преисполненной таинственной силой. Okay.
тебе судьбой. Я приехал, как знаете, я хотел видеть сражение. Да-да, а братья-масоны, которые учат любви к человечеству, что говорят они о войне? Как предотвратить ее? Пространство! О да! О да! Вот послушай-ка немецких генералов! Тогда цель состоит только в том, чтобы ослабить врага. Ну, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц. О да! О да! Беренес, пространство! Пространство! В пространстве у меня остался отец! Москву. Они всю Европу Бонапарту отдали и приехали нас учить, славные учителя. Ваше сердце, полк выстроен за дура. Но я скажу тебе, я знаю, это наше последнее.
существом своим хранит нас от тем, что делаем их такими. Они просты и сильны, они не говорят, но делают сказанное слово серебряное, или сказанное золотое. Они тверды и спокойны, ничем не может владеть человек, пока он боится смерти, а тот, кто не боится смерти, кому тому принадлежит. Здравствуй, князь!
светлость. О, я боюсь, что больше не гожусь для штабов. Горею и пыль, жизнь нужен. А главное, я привык к полку, полюбил людей, и они меня полюбили, кажется. Горею, но ты прав, советчика всегда много. Эх, советчики, советчики, не такие глупоки были, если все советчики служили нам, о том, как были. Иди с Богом, своей дорогой, твоя дорога, дорога чести. Ну, прощай, голубчик, терпение и время будут твоей войны. Я решил, что ежели я дожу вашей светлости, вы можете прогнать меня, и тогда меня не убудет. А ежели я правду и позже принесу отечеству, для которого я рад умереть. И ежели вашей светлости будет нужен человек, который бы не железной шкуры, то извольте вспомнить обо мне. Рожала вам теперь ему выскочка, бесье балахав, ну, молодец! Флёк, старик, всё съела, где флёк, сам я не съела. Хорош, главнокомандующий, верхом сесть не может. Он ровный, звонен, вид! Жмурики, блядь! Я называю вас против, но такова воля народа! Чистый дорогой,
Thank you.
lieta. Эх, я не могу послать лабарета. Пошлите дивизию прямо назад, ведь я кабрета. Генералу Фриану. Осмелюсь, осмелюсь предложить вашему величеству позавтракать. Надеюсь, я могу же поздравить ваше величество на мирной. Нет мирной причин, которые могли бы посещать идите вы! Почему государь так мрачен? Ведь мы выиграли сражение. Выиграли, а мы почти проиграли. Малейшая случайность может покупить все. Не то, совсем не то. Не то, совсем не то, что было в прежних сражениях. Прежде, после двух или трех распоряжений маршалы с веселыми лицами объявляя трофеи, корпуса плены, пушки, знамена. Теперь же что-то странное на поле моей руки не дает воды. Трупу, трупи. Тихий сердце бьется,
будет за победу, нежно встречен май. Тихий сердце бьется, нежно встречен май. Домой придет любовь моя. Пойдем со мной, краса моя, в сад зеленый, пойдем со мной, красавица, в сад зеленый, с тобой я не могу пойти, я оступилась в мире, и ко мне парту мне найти, пошло сбирать их ближе. Хорошо ли устроился? Слишком. Пойдем я припасу тебе самый красивый дворец в Москве. Когда я стану правителем Индии, я сделаю тебя министром Кашмира. Москва. Служение в церквах.
вы, батюшка мой, что же? Или в Москве останетесь? В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Марш!
Thank you.
трижды разрушу и трижды воскликну его. Это священники. Трижды разрушу и трижды воскликну его. Ну, конечно, мы все слышим их. Идите им служить. Василий Голубов же того. Трижды меня убили. Ведь это же ума лишь он мне, ведь это же ума лишь он мне.
мне у двери, что за статуя сфинкса, она давит меня. Может быть, это рубашка, а это мои ноги, а это дверь. Я не могу умереть. Я люблю жизнь, люблю землю, траву, воздух, чтоб все это было, а меня не было. Отечество, Москва, я не буду знать про них, и меня не будет. Thank you.
сердце закралось. Кровавый!
один начальник. Он не может идти. Может, черт возьми. Но нет, но нет, он умирает. Ты знаешь приказ. Что сделают больные? Отличие любви. Счастье, несчастье, честь.
как там тут, живо по французу нам поймат. Сорвет его, да тот пардон, и как пульет из пистолета. Так Федору Михеичу он самую мякоть, что пониже спины. Ай, вот каю, на что Федор Михеич излечился. Но по большей части... О, а черт слезу, а на обидоке брат, самый храбрый воин в нашем отряде. Он тебе замерзет хуже французов, он наши капли ведет. Из болота лошади просто вытащит, сам видит. Он снова зим от нас, Василий Федорович, Россия еще не шагала. Кончалась, а брат ее щеголя на толпою ноги лишился. Как рядом ей он был ранен. Он умер, яра славена рода. Победа над французами, смерть жены, смерть князя Андрея. Напомнится, напомнится. Thank you.
забыть, за что благодарю Бога и наше храброе войско. Благодарю всех за трудную службу, спасибо Россия! Потолок, а кто брызги потолок.